Добрейшего всем, генерал, господа, с вами снова Римас, мы продолжаем Attila Total War за Аксум. Ну что ж, многие просят, чтобы я наконец-то закрыл вот эти вот все первые две исследования, да? Ну, давайте вот с этого начнем, за 5000 золотых монет. У нас на счету остается 7774, конечно же. Ну и Гиру, кстати, есть такой человек, который тоже снимает разные игры, я его как-то, помните, про него, вернее, говорил. А он мне говорил, чтобы я вот в Береника перестроил. У нас уже есть рыбацкая верфь, поэтому здесь нам перестраивать вообще не стоит ничего. А вот в Александрии оставим, конечно же, военный порт. Мне кажется, в Аксуме Адулис. А в Адулисе нам стоит перестроить, потому что у нас здесь есть восточная гавань. И эта восточная гавань очень хорошо бустит нам. Очень хорошо бустит нам, можно сказать, экономику, да, но здесь, смотрите, контроль над двумя или более источниками пряности. Мне кажется, не стоит сейчас это дело перестраивать, так как я хочу еще один контроль на будущее получить пряности, хотя, блин, пока что можно временно снести это дело, потом, когда у нас будет тот самый контроль, мы это дело перестроим. Что тут у нас? Мы можем... УАЗика забрать, ну, это тот самый агент. УАЗика забрать и отправить его в те места, где очень плохие показатели общественного порядка. Давайте пока что его туда отправим. И здесь у нас аравийские мятежники. Ребятюли появились и прям по дороге уходят от нас. Кстати, давайте улучшим своего бойца. Ну и вообще у нас в семейном положении все просто прекрасно. Добиваем. Там, в принципе, некого добивать, по идее. У них даже нет полководца. Вы посмотрите. Отлично. Так, ну что ж, давайте тогда их назад чуть-чуть вернем. У нас, правда, опять будет проблема с общественным порядком. Сделаем им, прикажем, чтобы они укрепились как можно больше и сильнее. И мне кажется, вот смотрите, у нас вот 7474. Я даже не знаю, что нам лучше построить. Ну, видите, у нас все в пищу упирается, поэтому сейчас, мне кажется, можно вообще ничего не строить. Укрытие для караванов, пища и потребление пищи. Нам надо сначала заняться... Производство самоцветов. Так, загрязнение и общественный порядок. Давайте посмотрим загрязнение, какое здесь у нас. Общая санитария плюс 5. Ну и общественный порядок у нас, по всей видимости, скоро уйдет на дно. 6 ходов. Ну вот эти вот сеть каналов. Ладно. Перейдем к дипломатии. Если мы сейчас в Западной Римской империи объявим войну, то все говорят, что у нас будет, как говорится, получше отношения с нашими соседями. Поэтому давайте объявим войну. Отлично. Вот так вот. Прекрасно. Так. Ну и лахмиды. Договор с лахмидами. Культурная близость плюс 15. Война с державой Западной Римской империи плюс 9. Да, договор с ассанидами и с мазун. Плюс 2. Вандалы, кстати, в хороших отношениях со всеми остальными. Greetings. Ну, они почему-то не хотят с нами ничего вести. Ни договор о ненападении, ни торговые соглашения. Хотя, мы можем предложить определенную сумму. Как говорится, укрепить золотом свое предложение. Не хотят. Ладно, еще раз тогда торговое соглашение, выплаты. Я думаю, если мы им 1500 дадим... Даже 1450. Не хотят. Хорошо. Последняя попытка выплаты. Ничего страшного. Можно, в принципе, вложить пока что на будущее. 1650. Как вам такая сумма? Да ладно. Ладно. Это уже точно последняя попытка. Тогда 1500. 1780. Слушай, гуги, они прямо, а? Ладно, еще одна попытка. 2000. Ровно 2000. Я сейчас клавиатуру свою сломаю, душую, мотал просто. Давайте я вам 2000 даю. И торговое соглашение у нас будет за 200. Слушайте, что-то они прям... Ребятки, вы чё? Вандалы.
Ладно, вестготы. Вестготы. Ай, идущий твой мотал. Они вообще ничего не хотят. 1700. Нет, у них вообще нет. Нет смысла. Ладно, хорошо, давайте еще раз дипломатию перейдем. Посмотрим, что тут и как. Тут так, сасаниды. Они все так же манипулируют всеми бойцами, да? Понт, понтушка. Понт, кстати, воюет с сасанидами. Давайте объявим войну понту еще. Чтобы меньше понтов было. Так, мы объявили войну понту. Ну и сасаниды вроде бы должны сейчас... Да, у нас уже, видите, отношения улучшаются. А война с державой Понт плюс 9. Ну вот как-то так. Вошли, как говорится, в такой небольшой необычный альянс. Друзья, я даже не знаю, что, куда сейчас вкладывать. Строительство. Опа, она. Продовольственная лавка. Она нам уже доступна. И она нам даст пищу плюс 70 от торговли. Богатство плюс 250. Но зато у нас будет санитария. Минус 3, ну я имею в виду загрязнение. И общественный порядок. В Аксуме. Ладно, давайте построим 4 хода. И итого у нас получается 4314 золотых монет. Я не знаю, стоит ли она вообще сейчас думать про флот или нет. У нас, кстати, полководец повышает свой уровень. Стоимость строительства, стоимость строительства. Рвение и хитрость. Все, прекрасно, сделали. Так, это то, это другое. Ну, пища, 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 пища. Все упирается в пищу, господа. Все упирается в пищу. Опыт агентов и стоимость. А где тут у нас тоже пища? Вроде бы я помню, где-то у нас... Так, сплоченность, коррупция. Рвение. Стоимость строительства, стоимость найма, подчиненные войска. А вот она пища. Плюс 5 пищи от персонажей. Так, теперь смотрим верность и контроль. У нас власть потихонечку увеличивается, так как у нас уже есть хороший полководец в Египте. У него довольно такая нормальная, ничёшная жена. Но у них пока что нет никого. Я имею в виду, никакого наследника нет, да? Нам надо кого-нибудь установить, мне кажется, потом в будущем. Ну, пока что рано этим заниматься, так как... найти жену. Что тут у нас снизит популярность? Усыновить за 50 влияния. Можем усыновить вот этого чувака Интебуса. Ну, у которого нормально так очки-то хорошие. И хорошее влияние. Ладно, зададим ход. А то мы уже минут 15, наверное, да, с вами разговариваем. 10, 8 минут. Хорошо. Сейчас опять будет очередное восстание. Ну, вот самое время, как говорится, все это дело вложить в развитие экономики. Ну и, конечно же, в военную сферу. Это самое главное, так как мы уже, ну, в принципе, мы воюем с Восточной Римской империей, с Западной, но они очень далеки от нас, и я с их стороны никакой опасности не замечаю пока что. Нам надо опасаться вот этих вот ребятишек из Думата и прочих. Нам надо просто сделать нормальных бойцов. Кстати, у нас еще одна вражеская армия появляется, еще одно восстание. В ясребе. Нужно ясреб укомплектовать потом. Это может быть из-за того, что я... Ну, я не знаю. Можно, в принципе, его убрать. Вот это вот. Вот этот чувак, он хорошо, в принципе, здесь ввел службу. То есть он... Опа! Вот, пожалуйста. Я вам только что говорил про Западную Римскую империю. И, по всей видимости, они сейчас хотят высадиться к нам. Интересные ребята. Очень интересные. И что они хотят здесь сделать? Элию забрать? У нас же здесь есть войска. Готовы к бою. Так, Аравия Магна. Восстание и еще одно восстание в Египте. И у нас в Палестине восстание намечается. Ладно, давайте в Египте сейчас быстренько. Нам надо будет подавить это восстание. Хитеревочки не хотят нормально жить, да? Гребаные римляне. Че, вы грабите, да, меня, да? Да, давай, хорошо. А так вот. Ух ты, какие большие анагры у них, а? Ха, тебе по яйцам.
Кстати, они такую довольно хорошую, да, реку заняли. То есть мы, получается, реку перешли, пока мы переходили, нас так жестко обстреляли. Отлично, противник погибает в битве. И мы можем, в принципе, их сейчас отправить в Александрию. Кстати, у нас, если мы его сейчас... Да, смотрите, у нас уже минус 80, ну, 0 за каждый ход. То есть останется так же. Это очень даже хорошо. Комплекс ополчения. Доспешные воины на верблюдах дает гарнизон, но и позволит нанимать, внимание, африканские наездники на верблюдах. Говорят, они жесткие ребятюли. Я не знаю, нам надо будет потом проверить это дело. Ну что, давай тогда. Делай, 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 тут делай все. Так, ну, шпионов. Шпионов давайте отправим пока что в Эмессия. В Эмесса. В Эмессию. Во. Во, во, во. Так, какие у них тут войска? Блин, вот эти вот конные застрельщики, конные арбалетчики. Не нравятся эти меня, ребята? Ой, как не нравится в сасанидах. Да и вообще с восточными фракциями, ну, очень сложно воевать. Ладно, давайте тогда этого пацана опять отправим сюда. И начнем вшатывать. Вот так. А так, душу твой мотель. Гребаные восстания. Как вы меня достали? Я уже не знаю, я уже хочу... Мне кажется, еще одно будет восстание в этой серии. Я разыграю битву, потому что я уже соскучился по этим битвам. 14894 у нас на счету. Очень радует. Очень радует. И давайте, наконец-то, паломничество в пустыню. Разыграю. Кстати, да, да, я думал, они не стакаются. Они как стакаются, то есть оба навыка влияют друг на друга. Ну и, собственно говоря, улучшают наше все это дело. Африканские сепаратисты очень хорошо относятся к сасанидами, поэтому, блин, ну нам надо как-то, вот видите, у нас опять. А с кем они воюют? Со свебами воюют еще, да? А сасаниды тоже воюют со свебами. Но самое интересное, то что свебы с сасанидами за социалусы, но они в состоянии войны. Ладно. Еще раз смотрим, африканские сепаратисты. Алиманы. С алиманами воюют тоже. А гараманты? Гараманты воюют со свебами. А свебы с нами в очень хороших отношениях. Но эти отношения у нас улучшаются. Кстати, у нас есть договор о нападении, да? Прекратить договор о нападении. Потому что мне надо хоть как-то... Вы знаете, подстроиться. Потому что здесь у нас политическая ситуация непростая. Ладно. Че мы там, кстати, где мы там снесли-то? Ёптать, я уже забыл. Снос здания. Так, противник погибает в битве. Да, вот здесь вот мы с вами здание снесли. Восточная... Подожди, стоп. Восточную гамму нельзя перестроить. Твою налево. Вот это я... Я думал, вы же тоже Адулис, да, говорили? Кажется, в прошлой серии или нет? Душу твою мотал. Сейчас почитаю комментарии. Сейчас, ребята, сейчас посмотрю. В Адулисе снеси общественное здание и на его месте построить санитарию. А, вы говорили... Вот... Геостратег пишет. Общественное здание. А я что-то, походу, передумал. Перепутал, вернее, общественные земли. Ага. Ну и да, и нам надо санитарию вместо этого построить. Вот это я, конечно, лоханулся. Лимас, лимас. Хитерочки. У хитерочки сегодня, походу, нормальный такой праздник, да? Кстати, сегодня у нас 30-е гребаное число. Завтра уже новый гребаный год. Да, друзья. Это просто гребаная жесть. Астготы. Ну, со Сгустом мы почти засуцелуемся. Я думаю, они должны сами
Поторговать, да, отлично. Они с нами торгуют, и нормально, смотрите, какой торговый путь пошел, да? Смотрите, ребята, через Александрию у нас, получается, путь проходит вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот так вот и вот сюда. Прям в Салону. Салона или Салона? Кстати, у них тоже есть христианство. Правда, я не помню, какое. Восточное, греческое или римское. 2526. Вы заметили, да, я сейчас не тороплюсь со сдачей ходов, потому что у нас тут непростая ситуация. Непростая. Непростая ситуация. Ладно, давайте пока доспешных верблюдов сделаем на всякий случай. Пусть будут. Пусть будут. Эти, походу, доспешные верблюды жесткие. Я их, кстати, еще ни разу не испробовал. Нам надо их как-то на бомжей потом испробовать, посмотреть, как они вообще ведут себя на поле битвы. Надо почитать еще комментарии. Ну, да, я пока не собираюсь лезть в Африку. Я понимаю, что то, что там гарманты, все дела. И, кстати, гарманты в хороших отношениях с сасанидами. И не стоит. Да, потому что если я сейчас пойду на Африку, на гармантов и африканских сепаратистов, то вполне вероятно, 50, мне кажется, процентный шанс, это то, что справа меня атакует с востока. И я окажусь между молотом и наковальней. Опять у нас бомжи резнулись. В этот раз Иудея. Ну что, агенты, что вы тут нормально не это? Не можете затащить каточку? Так, восстание у нас в Палестине. Сохраняйся, сохраняйся, молодец. И срок службы Тазена. Тазена, наш губернатор, заканчивает свой срок службы. Мы изучили еще один навык. Вот такой вот, да, паломничество в пустыню. Дальше можем за 10 тысяч построить хамам, стадион для поло. Аксумские. Это так, а здесь у нас что? Царский храм, хамам. Хамам — это баня, в переводе с арабского слова. Караван-сарай. Дом работорговца. Кстати, дом для моих хитеречков надо сюда построить обязательно. Общественный порядок от бюрократических реформ плюс 2. Религиозный суд, да? Академия. А где душевой мотал? Рыбный порт 4 уровня. Невольничий рынок. Дом ювелира. Императорские сады. Меховой рынок. Давильня масла. Дом сушильщикой. Господи. Фруктов. Богатство. Я не пойму, а где у нас... А, вот это надо нам изучить, да? Большая овчарня и вот это 4 уровня. Потом уже идут 5 уровня меховой рынок. Да, давайте тогда за 11 ходов вот это изучим. Я понимаю, что вы хотите, чтобы я еще построил вот эти штучки. Но, вы знаете, у нас... Мы сейчас, по идее, можем много чего построить. Но зато у нас будет пища... Кстати, 155 пищи. Очень хорошо. Очень даже хорошо. Твою душу мотал. Потребление пищи минус 100. Зато у нас общественный порядок, город и так далее. И богатство плюс 500 от малых хозяйств. Развитие дорог плюс 50. Может, в зафари что-нибудь построить, а? Просто город. Друзья. Давайте Аксум все-таки достроим. Как вам такая идея? Так, а что я там снес? Общественные земли. Просили, чтобы я здесь построил колодец, ну, чтобы санитарию подправить, да, немного. Потому что у нас здесь будет загрязнение. Да, давайте тогда... Хотя, с другой стороны, блин, поля мы могли бы построить.
Друзья, может быть, поля построить? Пищи там получится у нас? Или это плохая идея? Не, у нас здесь санитария вообще никакая. Плодородие, вернее. Не-не-не-не-не. Я понял. Я понял, из-за чего там показывал вот это вот 0. Да, дополнительная пища плюс 8 за каждый уровень плодородия. Да, здесь у нас 0. Давайте все-таки правильно, да. Нам надо колодец построить и все. И местное производство. Забили на местное производство. Колодец и... Хрен с ним, давайте большой город построим за 7 ходов. За 7 ходов, я извиняюсь. По микрофону херанул нечаянно. Как у вас там уши, ребята? Уши нормально. И да, и у нас есть продовольственная лавка. Она у нас завершится через 2 хода. Отлично. Отлично просто. Просто. Просто ремасенок, поросенок. Улучшили мы своего полководца. О да. Вот этого я ждал. Доступ. Авторитет плюс 1. Вдохновление. Населением 6 порядок плюс 3 от присутствия. Цель чужое поселение. Здесь у нас цель чужой агент. А рвение. Подстрекательство. Ну давайте мы чуть-чуть рвение еще добавим. Самооборона зато у нас повысится. У нашего агента. Ну что ж. В принципе все хорошо. Все нормально. Ремасенок заточил эту кампанию. Пока что. Но никто не знает, что будет в будущем, потому что у нас правый фланг вообще не прикрыт. Нам надо нормальных войск, как говорится, обучить и отправить еще и на восток. На Аравийский полуостров. Потому что там, ну, у нас там полные бомжи просто и все. Амида. Идесса. Эдесса. Антиохия. Что-то прям в Medieval Total War захотелось поиграть. Я, конечно, надеялся, что третью часть делают. Но, по всей видимости, ее не будет. Пока что. А вот Warhammer... Чё? Они разорвали торговое соглашение, заключенное с нами? Макран? Ну ладно, хорошо. А чё, вы не хотите, что ли, с нами торговать? Ну, не хотите, как хотите. Нам по-любому по... компании, да, ну, по нашим задачам нам надо... Фракция уничтожена, понт. Понт просто шатнули. Благородный отпрыск. Вася Лемана. Кто у нас там? А, ну, блин, вот это они фармят нормально так. Нам надо, блин, нам нужен свой наследник. У нас пока что слабое все это дело. Давайте назначение все-таки еще поставим и посмотрим. Собрать поддержку, установить. Пока невозможно. Ладно, влияния пока нет у него. Это очень плохо. Эдесса. Давайте Антиохию посмотрим. Ух ты, твою мать, что у них там? Нормально такие бойцы, у них и лучники есть, и копьеметатели. Пехота слабая. Ага, слабая. Пехота далеко не слабая. I am no one. Пехота у них, господа, не слабая. Так, ну что, пора. Пора их добивать. Неужели я проиграю? Ну. Тяжелая победа. И они продолжают. Вы посмотрите, а? И они продолжают. Наконец-то. 9357 золотых монет у нас, господа, на счету.
Все, у нас общественный порядок улучшился, да? Это радует. Это очень сильно радует. Самоцветы пока что делать не будем. За 10 тысяч. Что там у нас, кстати, в порту происходит? Так, порт... Я один порт только перестроил, да? А, подождите, я пытался его перестроить, но потом передумал. Здесь у нас есть уже порт. Кстати, у нас скоро будет повышение. До 7... А, нет, не 7 уровень. Это у нас избыток населения. 3 уровня. А, богатство, торговля плюс 2000, а здесь у нас общественный порядок минус 10. Вы что, издеваетесь, что ли? Дом злата-кузнеца, вы что так? Почему так общественный порядок-то сильно влияет на это дело? Комплекс ополчения. Вы что, ребята? Попутали, что ли, все? Ой, как это плохо. Ладно, давайте тогда комплекс Азадана построим. 4 хода нам останется. И посмотрим, что тут у нас есть. Восток, новая фракция. Противник погибает в битве. Отлично. Восток. Впервые фракцию такую вижу. Восток. Кстати, у них плохие отношения вроде бы со всеми, да? Восток. Но он далеко не восточный. Ладно, хорошо, забили. Дальше смотрим. О, у нас здесь есть повышение. Да ладно, прохлядно. Боевой дух при обороне подчинен войска. Давайте вот эти вот 3 штуки еще повысим, да? И посмотрим дальше. Агент разоблачен, торговое соглашение. Маркан. Нарушено. А, заключен мир. Испания, африканские сепаратисты. Налет. Элия Капитна. Это в Палестине. Вроде бы у нас налет закончился. Строительство завершено. Колодец мы с вами построили здесь. Отличненько. Эфиопия. Несезонные условия. Новая способность. Повышение ранга. Да, мы вроде бы повысили всем ранг. Да, да. Новое окружение. Ну, вроде бы все. Тазена, шмазена. Я думаю, пока мы с вами держимся. Правда, у нас пища, 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 пища. Ой, как плохо. Через ход будет плюс 7 с пищей. Еще плюс дополнительное богатство, да? Ну, давайте еще каналы построим за 2 хода. И сдадим ход. Что-то у нас давно битв нету. Мне кажется, еще пару серий мы с вами вот так вот посидим, поразвиваемся. А потом, потом будет большая война. Я думаю, рано или поздно нам просто так не дадут. Просто тупо сидеть и развиваться. Не дадут. Как ни крути. У меня, кстати, время больше часов наиграно, чем в Атиле. Как ни странно. Хотя я Атилу, кажется, больше играл. Я просто недавно смотрел. Время у меня там, я не помню, там 1500, либо 2000. Я уже не помню, сколько часов. Я имею в виду Total War Rome 2. Вторая часть. Восточная Римская империя, Западная Римская империя, Руги. Как я хочу всех уничтожить, захватить весь мир, покорить и поработить всех женщин и детей. Вы бы знали. Скажешь, ты Римас, ты такой жесткий прям. Жестокий Римас. Опа. Вообще, а это что такое? Опа-на. Тьма и отчаяние. Впервые вижу такое. Затмившее солнце до самого юга. И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Его ярость пожирала мир, словно огонь, а он с улыбкой наблюдал за пожаром. Орда взглянула на Атиллу, и мир содрогнулся. Оставь надежду. Атилла, царь гуннов. Любитель воин. Сам он был умерен на руку, да? Очень силен.
здравомыслием. Ну что ж, друзья, я вот это видео, если честно, впервые вижу, хотя, блин, очень много играл, вот как только что говорил про это дело. Чуть не понял. А может быть, ты же и видел, может быть, забыл. Я не знаю, можно, нужно нам бояться или не нужно? Цель достигнута, глава 2. Разорение. Нифига, у нас сколько денег, смотрите. Время идет, мы достигли многого, но нашему народу предстоит еще более тяжелые испытания. И новое задание, глава 3. Казна плюс 6000, поддержать... Продержитесь до следующей даты, осень 432 год. Видите, именно тема в том, что не процветать, а продержаться. То есть это выживание, должность получена. Лезь и взаимодействие. Прекрасно, контроль у нас вроде бы... Да нет, что-то у нас контроль не увеличивается. Ну что ж, друзья, это была очередная серия игры под названием Total War Attila. Подписывайтесь, не забудьте сделать, ну и конечно же, ставьте лайки. Желаю вам удачи и с наступающим Новым годом. Всем пока.